Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовлю супер быстрое и простое печенье на кефире. Приступаем! Итак, к яйцу я добавляю сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Венчиком все смешаю. Здесь у меня кефир и растительное масло. Сразу в одной емкости отмерила необходимое количество и вливаю в тесто. Также хорошо взбалтываю. Теперь просеиваю сюда часть муки и чайную ложку разрыхлителя. Замешиваю мягкое, не липнущее к рукам тесто. Рабочую поверхность еще немного подпыляю мукой. Тесто раскатываю толщиной примерно 5-7 мм. Теперь в сахар я добавляю корицу и смешиваю. Посыпаю этой смесью тесто. Скалкой немного прижимаю сахар к тесту. И теперь тесто разрезаю на кусочки. Отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов. Печенье готово. Выпекалось оно у меня примерно 18 минут. В общем-то, его сразу же можно переложить на доску, чтобы оно быстрее остыло. Это печенье можно приготовить очень быстро, и буквально через полчаса у вас будет угощение к чаю. Попробуйте приготовить и вы, и приятного всем аппетита!